Готово. Джонсон мертв? Нет. Он сбежал, когда мы уничтожили чай. Он опять возьмется за свое. Надо было его убить. Не надо. Время покажет, прав ты или нет. Радон Хагейду! Радон Хагейду! Ганадоган! Зачем ты здесь? Что-то случилось? Уильям Джонсон вернулся, и у него хватит денег купить нашу землю. Он говорит со старейшинами. Я молил их отказаться, но он добьется своего, если ты не вмешаешься. Как он сумел? Мы же уничтожили чай. Тамплиеры умеют находить средства. Я ведь предупреждал тебя. Пожалуйста, останови его. Хорошо. Знаешь, где их встреча? Изи на гня дарадит канусу дене Джонсон сюнжа дару хрокста. Гуахи ганзи ват не ганун харадум нагедум. Та гуа дэр харад гуа ганто. Thank you.
Мы не братья тебе. Да твоя цель земля, но земля это не твоя, она ничья. Мы знаем о солдатах, которых посылает твой народ. Что значит мой народ? Мы едины. И должны быть заодно. Как? Отдать тебе нашу землю? Тогда мы все будем у тебя в долгу. Духи будут с нами, как и раньше. Они привели нас сюда? Да. Чтобы мы разоблачили предателя. Это ошибка. Надо подписать. Тише, тише! Разве я не защищал вас? Не оберегал от всевозможного вреда? Хотите защитить нас? Дайте ружья и лошадей, чтобы мы защитили себя сами. Война — это не выход. Мы помним, Стенвикс. Помним, как вы сдвинули границы. И сейчас твой народ копает землю, не считаясь теми, кто на ней живет. Ваши слова сладкие, но лживые. Мы не будем торговаться и продавать. Мы пришли сказать, уходите прочь! Хорошо. Я протянул руку помощи, и вы ударили по ней. Думаю, с мечом вы будете вежливей. Ты нам угрожаешь? Да. Покончил с вашими планами. Тамплиеры хотят получить эти земли. Да, чтобы защищать их. Думаешь, король Георг ночами не спит, думая о своих подданных индейцах? Или жители Бостона беспокоятся о них? Конечно, колонисты рады торговать, когда они нуждаются в еде, убежище или в чем-то для армии. Но когда в городе станет тесно, когда у них не хватит земли для посевов, когда не будет других врагов, посмотрим, как добры станут люди. Колонисты не воюют с ирокезами. Пока.
Война придет. Так устроен мир. Рано или поздно. Я мог бы спасти вас всех. Вы говорите о спасении, но вы убивали их. Да, ведь они не слушали. И кажется, ты тоже не слушал. А я вас не яхте агумсаре, амдахьяю мне сканас из агумхаджи. Уильям Джонсон мертв, а с ним и план тамплиеров лишить земли мой народ. Но покончив с ним, я узнал о новом зле. При нем было письмо к Джону Питкерну с приказом найти и уничтожить оружие и припасы патриотов. Если ему это удастся, колонисты не смогут больше сопротивляться, и тогда тамплиеры захватят власть. Пока жив Питкерн, жива и угроза. Его надо найти. Найти и убить. Я думал обрести ясность или удовлетворение, но мне просто жаль. Вот и все. И хорошо. К жертвам нельзя относиться легко. Это мой долг. Перед моим народом и перед теми, кого Джонсон еще сгубил бы. Это начало. Чтобы избавиться от гнета тамплиеров, нужно убить их всех. Даже твоего отца. Я знаю. Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Похоже, у нас гости. Что это? Пол Ривир просит нашей помощи. Кажется, британцы в Бостоне что-то затеяли. Ты произвел впечатление на сынов свободы. Они сочли меня своим, зря. Скажите мистеру Ривиру, что мне жаль, но я не в силах сейчас помочь ему. Советую передумать. Тут упоминается Джон Питкерн. Куда ехать? В дом мистера Ривира в Бостоне. Я могу?
Иначе пожалеешь. Это не твое! Кошелек лежи. Проклятые воры! Гони монету или знай, что будет. Мерзавцы! Гони!
Благодарю. Они перебрали Бля, и им не понравился мой голос. А я просто с девушкой говорил. Ваш выговор мне не знаком. Откуда вы родом? С севера. Из провинции Квебек. Что привело вас в Бостон? Я рудокоп. Но работу найти тяжело. Из-за выговора люди меня совсем не слушают. Возможно, нас свела судьба. Я живу в деревне в нескольких милях отсюда. Там как раз заложили рудник. Не знаю, будет ли толк, но, может быть, вы этим заинтересуетесь? Я загляну. Если что-то путное, можно будет обсудить. Кошелек. Проклятые воры. Гони монету, или знаешь, что будет. Мерзавцы. Гони деньги, иначе пожалеешь. Это не твое. Кошелек. Ты воры. Гони монету, или знаешь, что будет. Мерзавцы. Гони деньги, иначе пожалеешь. Браво. Это не твое. Здесь нужны люди, которые не боятся действовать. Меня зовут Коннор. Кошелёк. Отличное имя для валийца. А на самом деле как? Радун Хагиду. Славное имя. Используйте его. А я вот просто Дункан. Будет время, продолжайте свой труд. Этих подлецов давно пора остановить. Гони монету, или знаешь, что будет. Мерзавцы! Гони деньги, иначе пожалеешь. Это не твое! Кошелек или жизнь? Проклятые воры! Гони монет, отвали! Хочешь получить? Подходи! Проходи давай! Не поймаешь! Отстань от него!
Конор, чудесно. Вы здесь. Позвольте вам представить. Это Уильям Досс и Роберт Ньюман. Вы писали, что Джон Питкерн здесь. Да. Он готовит атаку на Лексингтон, где укрылись Адамс и Хэнкок. Потом он двинется на Конкорд. Уничтожать наш арсенал и провиант. Вы должны нам помочь. Скажите, где его найти, и я положу этому конец. Под его началом десятки, а то и сотни солдат. Вы не справитесь в одиночку. Но не бойтесь,
вы не один. У нас есть своя армия. Люди ждут лишь приказа взяться за оружие. Тогда прикажите им. Прикажу. Мы и с вами пересечем реку Чарльз и поднимем людей. Уильям, вы поедете по дороге и сделаете то же. Роберт, а вы на Северную Церковь. Дайте сигнал. Два огня, если враг идет морем. Некогда сидеть, мой друг. Надо торопиться. Вперед! Здесь только одна лошадь. Придется ехать вдвоем. Берите поводья, я покажу путь. Скорее, Коннор, садитесь верхом. Я скажу, куда нам надо ехать. Слушайтесь меня, и мы всех предупредим. Друг мой, с вами все в порядке? Что вы делаете? Надо ехать верхом, Коннор. Что вы делаете? Пешком мы никогда не успеем вовремя. Друг мой, с вами все в порядке. Друг мой, с вами все в порядке. Пешком мы никогда не успеем вовремя. Надо ехать верхом, Коннор. Мы никогда не успеем вовремя. Вперед! Вперед! Мы на верном пути. Сюда, Коннор! Томми, что они тут делают? Это разведчики. Здесь налево. Верно. Вот сюда-то нам и надо. Налево. Сюда, Коннор. Нам лучше спешиться. Так быстрее и тише.
Вот так! Нам именно сюда! Дайте всем знать, что британцы идут на Лексингтон и Конкорд. Британцы идут! Назад в седло, друг мой! Нам еще ехать и ехать! Сюда, Коннор! Верно, вот сюда-то нам и надо. Мы на верном пути. Сюда, Коннор! Мы на верном пути. Прекрасно! Все правильно! Осторожно, здесь могут быть еще разведчики. Налево! Прекрасно! Все правильно! Прибыли! Дальше лучше пешком. Вот так! Нам именно сюда! Скажите всем, сюда идет армия. Yes, sir! Направо! Мы на верном пути! Безопаснее будет пойти к домам пешком. Вот так! Нам именно сюда! Армия скоро будет! Здесь! Мы здесь! Взять их! Они не должны нас догнать! Отбавьтесь от них, Коннор! Если решите драться, Коннор, не смейте пройти. Thank you.
немножко слишком. Хорошо бы избежать таких сюрпризов. Коннор? Сюда, Коннор! Сюда, Коннор! Вперед! Вперед! Да, сюда, прекрасно! Безопаснее будет пойти к домам пешком. Так, нам именно сюда. Ну и где его носит? Вы точно не ошиблись домом? Конечно, нет. Прескотт? Добрый вечер. Сюда идет армия. Поднимайте своих людей. И... наденьте штаны. Сейчас. Добро пожаловать в Лексингтон. Теперь Хэнкок и Адамс. Не вижу Доза. Надеюсь, он цел. Пол, Коннор. Рад видеть. Уезжайте. Сюда идет армия. А, Уильям уже говорил. Пускай приходят. Они ничего не найдут. Вы не понимаете. Питкерн хочет вас убить. Боюсь, это правда. Вероятно, тогда нам придется ехать. А вы как же? Мы с Дозом едем дальше в Конкорд. Коннор, оставайтесь здесь. Помогите Паркеру удержать город. Это даст нам фору. Не отступать! Стрелять! Только в ответ! Но если им нужна война, пусть она начнется здесь! Питкерн! Прочь с дороги, мятежники! Сложить оружие, разойдись! Какого черта вы делаете? Назад, стоять! Трусы! Предатели! Они не вернутся. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Стреляйте! Стреляйте!
Езжайте в Конкорд! Предупредите всех! Это... покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Езжайте! Скорей! Нас ждут товарищи в Конкорде! Шевелитесь! Мало времени! Кровь уже пролилась в Лексингтоне и прольется еще. Армия выступила в поход. Да неужто? По-вашему, чем я тут занят? Ступайте домой, пока вас не убили. У меня нет времени нянчиться с мальчишками, рвущимися в герои. Я ручаюсь за него. И Джон Паркер тоже. Где Ревир? В плену. Что? Не бойтесь. Он умеет выпутываться из беды. Он справится. Я уверен. Наговорились, барышни? Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Когда начнется бой, мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята, но не солдаты, им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Смотрите, не подведите. Даю слово. Тогда, видно, остается только ждать. Вы должны удержать позиции. Если англичане прорвутся, все кончено. Что я должен делать? Слушайте внимательно. Они будут строиться в цепи. Командуйте плей точно перед тем, как строй готов. Чуть раньше наши промахнутся. Чуть позже враг успеет выстрелить первым. Я понял. Если кто-то из мерзавцев прорвется, прикончите. Берегите моих людей. Не стрелять!
Ждите сигнала! Не стрелять! Огонь! Ждать сигнала. Готовься! Сигнала. Огонь! Приготовьтесь. Огонь! Ждать сигнала. Приготовьтесь! Блин! Не стрелять! Огонь! Стрелять! Огонь! Ждите сигнала! Пли! Пли! Не стрелять! Не стрелять! Огонь! Ждите сигнала! Приготовьтесь, стреляйте! Готовься! Огонь! Не стрелять! Огонь! Назад! Назад! Дело рук последнего негодяя. Но они ушли. Надо было напасть, пока был шанс. Как вы думаете, где Питкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии. И задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг. Сколько сегодня выжило, благодаря вам? Да, но они... Мы делаем, что можем и как можем. Этого мало. Да. Так всегда.
ради нашего славного дела. Я глубочайше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны. Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации, я умоляю всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что недостоин занять этот пост. Да, никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить, правда? Конгресс, что я никакое знаю несколько вознаграждение не могло бы Чарльз меня принять это колоссальное бремя. Мы знакомы? В самом деле, откуда вам помнить? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, что вмешиваюсь. И кроме компенсации, но не хватало только, чтобы дело дошло до драки. Ничего не желаю. Коннор, позвольте представить вас новому главнокомандующему. Джорджу Вашингтону. А, так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне. Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. И скромен, и отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он окопался в Бостоне под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израэль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно. Он сейчас в лагере у Банкер-Хилла. Благодарю недалеко вас. От города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкерн очень опасен. Надо быстрее от него избавиться. Тоже касается и Чарльза Ли. Это отдельная история. Ее пока лучше отложить. Поезжайте в Бостон, Коннор. Вы еще здесь? Я только хотел узнать, что теперь? Дел по горло. Командующий Вашингтон скажет, где наносить новый удар. И надо поработать над заявлением. Заявлением? Нужно немедленно связаться с прессой. И рассказать всем, что первыми в Лексингтоне стреляли лоялисты. Но неизвестно, кто был первым. Именно поэтому надо действовать быстро. Завоевать симпатии народа. Это нечестно. Возможно. И что? Все должны верить, что мы защищались. Иначе нас обвинят в измене. Но это так. По-вашему, лучше склониться перед тираном. Вы этого хотите? Конечно, нет. Нельзя лишать людей свободы. Но лгать ради нее — это весьма скользкая дорожка. Поймите, Коннор, эта война ведется не только на поле боя, но и в умах, и в сердцах. Немного приврать не страшно. Особенно, если это спасет жизнь многим.
Яма. Стойте! Назовитесь!